мои вопросы согласился ответить полузащитник сборной России Евгений Вашурин. Евгений, ты один из самых опытных участников сборной России в этом составе. Ощущаешь ли ты какое-то бремя лидерства? Ну, безусловно, да. Проведя несколько турниров, проведя два чемпионата Европы, я чувствую уже себя более раскованно в этой команде и, безусловно, буду брать ответственность на себя в первую очередь, стараться больше приносить пользу команде. По сути, это первый полноценный день сборной России здесь, на чемпионате мира. Расскажи уже, может быть, с чем-то можно сравнить, какие ощущения? Ну, пока еще не до конца, конечно, удалось вкусить всю атмосферу чемпионата. Еще посмотрели поле, много команд здесь, новых команд с разных континентов. Этим и отличается чемпионат мира. Будет намного интереснее, мне кажется. Расскажи, пожалуйста, как наша сборная добралась до Туниса, все ли в порядке? Вчера достаточно поздно мы заселились. Ну, несмотря, да, на то, что поздно заселились, добрались вполне нормально. Я считаю, отдохнули хорошо, выспались, поэтому силы есть. И какой распорядок дня сегодня? С утра было теоретическое занятие, посмотрели игру с прошлого чемпионата Европы, разобрали некоторые тактические моменты. У нас днем ожидается товарищеская игра с Мексикой. Ну, а вечером уже будет полномерная подготовка к завтрашней игре с Боснией. Спасибо огромное, Евгений, и удачи на турнире. Спасибо.